Телеведущий Андрей Норкин жестко раскритиковал представителей российского шоу-бизнеса, которые сбежали из страны. Своим мнением по этому поводу он поделился в эфире передачи Владимира Соловьева. Журналист уверен, что все уехавшие из России знаменитости не стоят внимания общественности. Всех их нужно заменять на более молодых и талантливых артистов. При этом государству нужно будет изменить подход к их поддержке. Я давно предлагаю заменить этот шлак на что-то стоящее. Очевидно, что мы и сами где-то недорабатываем, заявил Норкин, добавив, что российская культура должна поддерживать совсем иным способом.